Все мы видели подозрительные фотографии, на которых, по словам тех, кто их сделал, запечатлены привидения. Но чаще всего эти снимки кажутся просто подделкой или розыгрышем. Хотя сам факт, что кто-то может искренне заявить, что видел призрака, пугает. Но еще больше пугает то, что вы увидите на этих фото, сделанных на камерах с охранным датчиком. Только представьте, расставили бы эти камеры по периметру своего лагеря в лесу и спокойненько заснули. А утром